Вот это то, что внешне напоминает мост, на самом деле является станком. Это станок, который будет формовать вертикально. Это вертикальный экструдер. Обратите внимание. Вот это его полиуретановые колеса. Он на них будет катиться, да? Мы начали строить вертикальный экструдер для бетона, для двух смесей, да, двухкомпонентная смесь. Это очень интересная вещь. Я вам о ней расскажу чуть позже.